В агротехнологическом колледже поселка Эркен-Шахар отметил 90-летие со дня образования. Совместили юбилейную дату с Днем среднего профессионального образования. Он объединяет педагогов и мастеров производственного обучения, а также всех, кто вовлечен в эту сферу. О почетных гостях торжества и о значимости событий расскажет Альбина Ламкова. Буквально в прошлом году я участвовал в конкурсе «Без срока давности». Это конкурс сочинений. Стал призером. Награждение было в Москве. И еще наша команда, они делали научно-исследовательскую работу и выиграли первое место. Успех студентов в учебе и воспитании всегда стоит на первом месте у педагогов аграрно-технологического колледжа поселка Эркен-Шахар. Такая задача была поставлена с первых дней его открытия. Этапы становления колледжа тесно переплетаются с историей нашей страны. Истоки развития идут с 1932 года. Тогда и была открыта школа рабочей молодежи. В дни Великой Отечественной войны преподаватели ушли на фронт и колледж перепрофилировали. В нем открыли детский дом. Воспитывались ребята из разных концов страны, которые вынуждены были направиться на Кавказ. Затем нашей стране нужны были трактористы. И поэтому по окончанию войны колледж вновь заработал. Его выпускники всегда в первых рядах, начиная от освоения целины. Каждый этап подъема и восстановления сельского хозяйства учебное заведение проходило успешно, готовило квалифицированных специалистов. Залог успешной учебы в нем создан благодаря кропотливому труду всего коллектива во главе с руководством, говорит социальный педагог аграрно-технологического колледжа Ирина Баймурзова. Каждый день стараются направить все силы и усилия нашего коллектива на получение хорошего, настоящего профессионального образования в стенах нашего колледжа, чтобы наши воспитанники, наши выпускники были востребованы на рынке труда. Колледж, рожденный в советские времена, вобрал в себя лучшие преподавательские технологии. Десятки, сотни тысяч выпускников работают и наверняка будут продолжать свою трудовую деятельность в аграрном секторе нашей страны. Колледж идет в ногу со временем, дифференцируя свое образовательное и преподавательское направление. Это гордость для всей страны, отмечают гости мероприятия. Один из них – академик Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Владимир Кайшев. В свое время в этом колледже учился отец мой. Для меня это очень дорого. Сегодня дети получают стипендии его именем. Для меня это вдвойне дороже. И то, что сегодня преподаватели – и сегодня руководитель этого колледжа, конечно, заслуживает самой-самой высокой похвалы и человеческой, и государственной, и преподавательской. Осень богата на праздники в системе образования. Символично и то, что юбилей колледжа был учрежден в День среднего профессионального образования, что подчеркивает особую значимость события. 2 октября в этом году впервые указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина официально утверждено, что это праздник – День работников среднего профессионального образования, с чем я вас и поздравляю, мои дорогие коллеги. Инна Кравченко сердечно поздравила педагогов сферы среднего профессионального образования. Область просвещения нашей республики представлена 20 организациями различных форм собственности, являясь неотъемлемой частью образовательной отрасли Карачаево-Черкесии. Трудовой коллектив активно реализует программу подготовки высококвалифицированных кадров для отраслей экономики региона, отмечено в обращении к педагогам. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и особое отношение к работе лучшим наставникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Ногайский район.